Купил ключи, а в дом не попал. Домофонные компании Новосибирска бьют тревогу. В нескольких районах города действуют мошенники, которые продают ключи от дверей в подъезд доверчивым гражданам. Ключи нерабочие. В ситуации разбиралась Илья Арзаева. С 14 по 18 марта будет производиться выдача новых домофонных ключей. Три дня назад такие объявления появились на дверях подъездов в Левобережье. Мелким шрифтом. Услуга платная. Доверчивые жители спальных районов уже успели приобрести у мошенников китайские пустышки. Более бдительные позвонили в свою домофонную компанию. Это однозначно мошеннические действия, потому что не только на подъездах компании «Факториал» это происходит, происходит вообще, то есть по Ленинскому району, в других домофонных компаниях та же самая ситуация происходит. Вот. Обращались, связывались с внутренними органами нашими, вот, они как бы сказали, что нужна массовость. Жители домов на Вертковской проявили осторожность. О сомнительных объявлениях сообщили старшей по дому. Покупать ключи не стали. Сняла вот, значит, одно объявление. Сегодня висит уже второе вот, объявление. Поэтому всем жителям советую не поддаваться на эти провокации. Это собирание очередных денег. Обман, полнейший обман. Те, кто успел приобрести ключи у мошенников, давать интервью отказались. Говорят, не хочется выглядеть глупо. 19 числа пойдут, начнут тыкать, а не будет ничего работать. Потому что ключ не зашитый, это пустышка, фикция. Вот они на фикции зарабатывают, на психологии людей. По сути, продают воздух. Настоящие ключи и выглядят по-другому, и имеют несколько степеней защиты. Их изготавливают и выдают только сами домофонные компании. С мошенниками пока борются своими силами. После работы объезжают дома и срывают объявления. Так еще помимо своих дверей, еще чужих дверей приходится отрывать. Так как людей жалко, пенсионеры обманывают. Ну, вообще все свои населения поддаются панике. И приобретают у мошенников ключей. Звоним по телефону, указанному в объявлении. Автоответчик. Коллективное обновление всех домофонных ключей в вашем подъезде. Имейте в виду, если домофонный ключ не заменить, то вы рискуете не попасть в свой подъезд. Внимание! Перед тем, как вас записать, сообщаем, что один домофонный ключ стоит всего 149 рублей. После сигнала вам необходимо сообщить нужное вам количество домофонных ключей и ваш полный домашний адрес. Оставляем заявку и договариваемся о покупке ключей. Подъехавшие мужчины то ли заподозрили неладное, то ли действительно нужных заготовок у них не оказалось. Однако кое-что выяснить все же удалось. А это что за компания? Это наша же компания, которая обслуживает дом? Нет, другая. А почему? Ну, то есть, ну, переходят на другую компанию? Понятия не имею. Эти будут фильтры домофонные менять. А с какого числа? Понятия не имею, с какого ключа. Мы, вот. Просто написано с 14 до 18 было. Да. Да. Ага. А фильтры я не знаю, когда. О компании «Домофон Ремсервис», которая указана в объявлении, в Новосибирске даже не слышали. Единственная фирма с таким названием, которую выдают интернет-поисковики, зарегистрирована в Киеве. В соседней вкладке предупреждение о мошенничестве. Такое же объявление, только из Мурманска. Алия Арзаева, Алексей Баженов и Артем Валевич. Новости ОТС.